Всем привет! Сегодня сделаем самоделку из вот этой вот зубной щетки. Нам понадобится пруток из мягкого металла, чтобы было не каленое. Тут я нашел какой-то. Сейчас я его отпилю, обработаю. Теперь на этом прутке делаем засечку. Теперь от этой зубной щетки отпилим часть. Нам нужна сама рукоятка. После того, как просверлили в этой ручке отверстие, просто берем и засовываем. У нас получается вот такое вот прикольненькое шило. В данном случае оно мне нужно для того, чтобы шить. Для этого я сделал засечку. В принципе, может служить хоть для чего. Также ты можешь зайти на AliExpress и заказать себе очень хорошее шило, не очень дорого. Ссылочку оставлю в описании. Если тебе понравилось мое шило, подписывайся на канал, жми лайк, пиши комментарий и до скорой самоделки.